Вера, ты видел нового начальника? 2 года назад она заведовала детским садом и стала директором агентства по терроризму. Будет петь им колыбельные песенки. Тоже рады вам, коллеги. Целью агентства является реализация политики нашего правительства по борьбе с международным терроризмом. Итак, Етаган, вы столько времени держали в тайне такую ценную разработку. Я хочу, чтобы вы создали этот... оперативную группу. Усиленную. Старшим инспектором будет Костов. Наблюдение, слежка, прослушка, пронюшка. Выверните этого Етагана наизнанку. Пятый-третьему объект движется. Он уничтожает улики. Подними руки! Есть! В машину! Руководить агентством по борьбе с терроризмом назначают родственницу премьер-министра, которая до этого руководила детским садом. Она полна решимости поднять медиа-имидж агентства и оправдать бюджетные траты государства. В агентстве досиживает до пенсии инспектор Костов, чья карьера оказывается на волоске из-за требований нового руководства о предоставлении отчета об эффективной работе. Инспектор выдумывает спецоперацию «Ятаган» и называет невинного незнакомого парня лидером террористической ячейки. Все силы брошены на разработку и арест террориста. Парень напуган, инспектор не понимает, что делать. И они не находят ничего лучшего, как бросить пыль в глаза всем, разыграв игру в двойного агента и выявлением целой преступной сети, запросив неограниченный бюджет для защиты государства.